Хей, йо, гайс, сами шмики, мы продолжаем пройдите рупа назад, Shadow Warrior. Нашли мы, короче, часть меча, потому что, как вы видите, у нас рукоять немного изменилась, и самый меч у нас получил кое-какой эффект. О, а что у меня на... А, у нас часы на руке? Хера себе. И мы попали в какой-то ад. Ну, как, короче, мир теней, как говорит наш приятель. Я хочу узнать вот что. Если сейчас наш мана... О, наверное, это же одна из частей меча, так? Значит, у нас, наверное, есть улучшение. Да, кожное... О, оно уже сразу установлено? Установлено. Так, излучаемая эта кожная... Так, обмотка энергии заполняет любой клинок. Так, мистическая сила увеличит наносимый урон на 20. Обмотка энергии заполняет любой клинок. Мистической силы увеличит наносимый урон. Мне интересно, он увеличит наносимый урон именно обычных ударов мечом? Либо он просто улучшает способности, которые типа юзую магию? Может мне это типа докупить улучшение для пистолета? Автомат. Арбалет. Дальше будем прокачивать этот пистолет до конца. Сколько мне тут нужно? 3800, я понял. А, блин, не показалось. Ладно. Ну, полетели тогда, попробуем, что дальше будет у нас. Но выглядит здесь немного все жопораздирающе. Если будет... О, видели меч как примахал? Если тут будут платформы, блин, нужно будет, наверное, улучшать вот эти рывки. Чувствуется, буду я довольно много умирать из этих платформ. Здесь, во-первых, еще и темно. Очень темно. Так, похоже на арену. Так, фонарик даже не работает нормально, слышите? Ну, хотя бы здесь светло. Очень странное место. Они думают, что это хорошая идея идти, когда вот эта херь двигается. Ребята, она двигается. Походу, это первый босс. Ну, чисто вот так, на F5, как говорится. Не знаю, придумаем. По идее, мы прокачали то, что мне нужно было, поэтому... Удачи мне! Давайте я его как-то вот так сделаю. Полный рост. Такие, знаете, еще пламенные эти. Голем какой-то. Ладно, плевать. Ни хрена себе. Мне вот эти платформы вот не... Это Годзу. В его воспоминаниях он был меньше. Это его доспехи. И их понять под ними что-то там. И как мне его победить? Легко. Стреляй по броне. Мне нравится то, что... О, даже так? Что? Этот кристалл? Быстрее сломай его. А, я понял.
так. Чисто у него... Главное ему не давать себя бить, как я понимаю. Ох ты ж, ё-моё. Давай, давай. А хп, я как понимаю, мне не подкинут. О! Так, тихо. Вау. Я понял. Это что было? Ох, тихо. До свидания, приятель. Так. А, так лучше слушать, арбалетом херячить. Так, ты не против? Я пока подберу тут прибамбасы. Бац, 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 бац. Ха-ха, у меня здоровья много. Ой, короче, легче. Готово. Что, теперь голова? Я понял. Окей. Но мне не нравится то, что он туда смотрит. Изи. Отбить орду демонов сделано. Победить бессмертного существа из другого мира сделано. Сегодня отличный день. Ты сделал это? Должны вытащить его. Вытащить кого? Ходи. Что ты? Ты был изгнан?
Блин, вот так как отличиться на 200 лет, вернешься, и хоть одна тварь поинтересовалась: «Эй, Хози, какое тебе там было бездомному, что тебе нужно от меня?» Я хочу узнать, как идиот вроде тебя умудрился создать шепчущего. Я ее не создавал, я лишь отдал свои воспоминания. Все еще делаешь за Эмеру всю грязную работу? Да, сэр. Нет, сэр. Трил. Полный мешка, сэр. Кто ты, сэр, Малик? Кто такой Эмера? Правитель древних, урод, который изгнал меня. Правитель древних? Ты не можешь сразиться с ним, Ходи. Как и это бессмертный. Этот бессмертный? Этот смертный, который только что надрал тебе задницу, но также выследовал и убил твоего шепчущего. Возможно, но других ты не найдешь. Других? Других шепчущих? О нет. Клянусь миллионным троллероном, Эра пытается собрать... Так. Набедён Цакега. Но зачем? Он мне не сказал. Конечно, не сказал. Посмотри, что происходит, когда ты пытаешься охранять тайну. Но я подозреваю, что ты знаешь, где я стала шепчущим. Я тебе этого не скажу. Мне это не нужно. Прости, скажи. Что? Нет! Он мертв? Ты слишком... вообще-то он древний, без Набазакаги. Он не убит. Его не убит, но я высосал из него достаточно ки, чтобы открыть портал назад. Наконец-то. Хорошие новости. У меня достаточно ки только на один переход. Ты не оставишь меня здесь? Ну, тогда оба пролезем. А просто не... Что там? Та-та-та-там. Время идти за следующим шепчущим. Стой. Как это? Оттуда ведет портал. Но ты всегда можешь остаться здесь. Здесь предложение искатель через 3-2. Будь ты проклят, Ходзи! Ребята, изи, мы убили босса. Я получил достижение. Найс. Довольно... На самом деле... Знаете, если брать всю ситуацию, босс довольно легкий. Ну, понятное дело, что мы прокачались, но все же... Какой-то он довольно легкий. Так, у нас какая-то фабрика идет. Ох, чувствуется, здесь будет немного жестче. Нет, типа, знаете, там у нас свободное место, здесь закрыто помещение, поэтому могут зажать легко. Поэтому... Не знаю, посмотрим, как будет все это дело. Ну, босс на самом деле меня разочаровал, можно даже так сказать, потому что у него, считайте, только 3 атаки. Ну, 4, если не брать последнюю форму. Типа, руку отсек, он больше топором не машет. Пять ногами, и все, типа, там, слово появляется. Такое, больше ничего. 2-7. А ты бы на другом посмотрел. Ты бы на другого посмотрел. Смотрите, я еще одну вещь узнал, что всего их, кажется, 15 глав. 16. Вот это жесткая посадка. Ты в порядке? Ты бы на другой посмотрел. Давно у меня в руках столько ки не было. Я все еще весь слово не одаренный, но вроде отхожу постепенно. А где мой, черт возьми? Я думаю, что меч здесь. Осака. Это одна из верфей Зилы. Если верить крохотным мозгам Годзу, сюда Эндра послала шепчущего. Так, ну начнем с того, что нам придется сейчас с вами пополнять пули. Зила. Энтерпрайз. Давайте смотреть, что здесь есть. Осторожно, мокрый пол. А что тут происходит? Все потоплено. Молодец, какая-то тоже чертовщина происходит. Так как почему-то из-за этой чертовщины у меня немного фризит. Ой, я там статуэтку вижу. Вон она лежит. Это чё? Alienware. Это разрабы тоже? Я слишком о троллинге, но это просто нелепо.
Приятель, что происходит? Я извиняюсь, простить. О, ну это обычный приятель, наши друзья. Ребят, чё как? Как поживаем? Hey, guys! Эй, ребята! Куда вы все подевались? Так, а теперь... Ага, в принципе, понятно. Слишком сложно. Блин, почему я не могу... В... Хотя... В беге, типа... Прыгнуть. Мне вот это бесит, типа. О. Это тяжко, слушайте. Запрыгнуть сюда. Ох. Интересно, может дальше аптечек будет побольше? Так, не режутся. Взрывоопасная машина. Скорая. Так, там проход. Angry Ninja снова. Ой, чувствую, если я сейчас ее взорву, придется бежать отсюда. Реакция не пойдет? Нет, ну ладно. Так, энергия ки. Нам нужно как-то включить свет. Хорошее приложение, слушай. Ну вот, у нас есть теперь свет. Хорошо, что нету битвы именно очень в темных местах. Можем взорвать бак. Или нам обязательно включить свет? Блин, если для меча не нужно... О, кристаллки, тихо, точно. А, так, это у нас, кажется, магия. Я быстрее юзаю заклинания. И не забывайте одевать касточки. Прыгаю вниз, и начинается дуэль. Чело норма. А куда мое сердце старое делось? Исчезло? Ладно. Так, здесь где-то должна быть стена взрывающаяся. Только вот не помню где. Это там минус. Здесь слишком места такие, куда я могу влезть, по сути, не могу. Слышим, нет, не здесь. Нет, есть. Так, включаем электричество. Сайнара, гад. Ох,
Во-во-во, видите? Эти уже в масках. В специальных масках. Вот он типа бьется и впадает в ярость, а мне это не нужно. Но если его подручные здесь, вторая часть должна быть тоже здесь. Веселее, твой босс теперь лишь большой... Так, заплатить. Может быть и так, но здесь, на верши. Дилы, что-то здесь не так. Это что-то меч больше это. Так, нужно, оказывается, смотреть теперь. Они где-то могут находиться это. И ломать всякие ящики. Так, наверх, да? Что я хотя бы открыл? Я, кажется... А почему магнит не работает? Что делать? А, теперь ясно. Не жилет с буковкой Х. Так, о, печенька. Счастливые цифры 23 34 42 69 666. Опа, она здорово. Вот это уродливый дробовик. Это дробовик. И я потратил патроны на... Деньги на другое. Найс. Окей, давайте смотрим, что по дробовику. Специальные двойные патроны. Одновременно заряда двух патронов снижает время перезарядки. Это хорошо. Четверостол. Два дополнительных ствола повышает огненную мощь вдвое. Шторм огня. Чтобы причинить так. Причинить страдания. Ух, сколько денег, ну да. Понятно, что теперь у нас дробовик будет помощнее остальных пушек. Да, теперь мне нужно будет... Блин, видите, вот в чем херня? Вот потратил деньги, и все. И все. А что делать? А ничего не делать, потому что ты уже ничего сделать не сможешь. Ты потратил денежку. Все. Вау. Ладно, мы с ним, мы с ним. Запросто. Ну, типа, у меня есть второй слот, но это, скорее всего, слот под этот. Под голову, которую мы не можем юзать. Блин, может мне серьезно лучше теперь деньги прокачивать? Чтоб я находил больше денег. Так, ну в принципе я больше ничего не помню. Ладно, полетели. А я могу вернуться обратно? Тут таких храмов нет. Как мы найдем шепчущего? Пойдем по следу из свежих трупов? Для начала сойдет. Так, давайте я F5 нажму. Сейчас мы, наверное, вернемся, потому что там... А там прохода нету, ладно.
Я хотел взорвать. Дуй ко мне, приятель. Сейчас немного тебя подзорвем. Ты отдыхаешь. Такие уродливые, что почти... Они за мной бегут? А чё они светятся? Вы сами делаете бум? Это нечестно. Херово. То что теперь? Они могут взрываться. Ладно. Четыре любительских ствола Лаванши. Да, все-таки дробовик против них хорош. Так, подожди, перезарядить дробовик. Арбалет. Так, наверх я могу попасть, хорошо, давайте тогда сюда. Кислотная херня. Так я даже не понимаю, что это такое. Эта жижка токсичная, а лучше держаться подальше. Мне сюда обязательно, да, нужно будет. Го тогда наверх теперь. Ну, там куда-то он, в бок. Как мне наверх попасть? Ну, тогда все понятно. Я понял. Блин, ну кармы так на самом деле дают. Не очень много. Не сказать, что много. Сказать, что мало. Так, мы сюда, походу, все равно пойдем. Поэтому выкачиваем здесь. Мне интересно, как туда попасть. Насчет этого, зачем она тебе знать? Ты сказал, что он древних. Кроме того, он... Ну да, хотя я... Кто знает, я его и не видел. Очень давно. Как мне туда попасть? А, сверху спрыгнуть можно. А как наверх попасть? Как вот наверх попасть? Подожди, я... Ага, вон лестница. А мы все равно туда пойдем потом же. Там же у нас врата. Чего, бля? Это как? То есть я нажал Shift, ты немного пролетел вперед и сломал лестницу на лестнице? Что? Окей. Вот я оттуда просто пролетел и сломал ноги. Круто.
I haven't seen him for a very long time. Сразу что мы видим? Мы видим статую, мы видим шанс, откуда могут монстры повлазить, эти именно ядовитые. Так, тебя оставляем на всякий случай. Статуя. Ага, хер. Я сейчас новые ноги сломаю. Блин, так не хочу дойти. О, боже. Ладно. Мне главное, что могут взорвать просто. Меня могут в то... просто в дело в том, что... Я понял. Плюс очко кармы. Готово. Окей. Доки. А ничего тут втихаря не валяется. Еще плюс сердце. О, хилки. Хилки валяются, ладно. Так, там ничего такого не написано. Еще хил. Может, еще сейчас повлазит. Интересно, что это? Значит. А, чисто в голову стреляй, да и все. Они взрываются. Ну тогда это довольно легко. Так, здесь все. Перезаряжаем. О, ничего себе. Эй! Может, типа, я не могу полноценно атаковать, типа, поэтому они блокируют? Ну, то, что у меня щит в руках. Вы меня там не ждете? Обезглавлен. Давай, давай, приятель. Мне главное, чтобы в спину никто не вошел и все. Вот как он в агрессию прыгает? А, так он еще
крутится и катится. Ничего себе. Он стал синеньким. Ладно, подожди. Он прыгнул, он хотел на меня прыгнуть. Да видели? Он хотел на меня прыгнуть. Так, подожди, здесь, да, где-то я видел лестницу? Вот она. Не открывается. Хотя только так я, по сути, могу и попасть наверх. Там то, что мне нужно. А как мне тебя открыть? Подожди, может там где-то было, но я не увидел. Нужно уже, по сути, заканчивать. Мне и туда нужно попасть. Точно тут нет нигде прохода? Да. Окей. Статуэтка. Как мне тебя забрать и подняться наверх? Иди, там проходов нигде нету. И дверей тоже. То есть, походу, мне вообще туда как-то не попасть. А тут навряд ли где-то кнопка есть. Единый проход это вот. Он не открывается. Может, дробовик попробовать. Хотя... Если даже взрыв не помог. Нет вариков. Там, смотрите, три... два этих. Да, там нету входа. Тут только здесь. И то, что мне нужно, это бочонок. Может, мне нужно бак как-то взорвать? Не знаю, ладно. Хотя, ладно, давайте, наверное, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.